Меня зовут Петченко Вероника, и я занимаюсь спортивными танцами на колясках. Я закончила ИНЯС, который здесь недалеко, ну и сейчас получаю второе высшее образование в инфизе по факультет тренер по спортивным танцам. И танцы очень вдохновляют и в жизни, ну и благодаря этому мы живем. Какой же результат, пожалуйста, такие высокие места. И, наверное, Верничка, а вы, наверное, вот ни одного идут. Кто на самом деле, да? О себе. Ну, любим мы заниматься танцами. Танцы для нас определенный кусочек жизни, который помогает раскрыть немножко себя, показать, каким мы можем быть и к чему надо стремиться в жизни, как людям, не просто, которые имеют какие-то особые потребности, но они живут, они совершенствуются. А вот библиотека, вам что-то дают для этого? Хорошее настроение и чтение разных книг.